Малий і середній бізнес Гродінщини у тройці лідерів по країні по притягненні і використанні державної фінансової підтримки. Така заява прогучала під час робочої зустрічі представників Міністерства економіки і некомерційного фінансового фонду з бізнес-упольністю регіону, яка пройшла на базі учебно-науково-витворчого центру «Технолаб». Основная цель наших встреч – это узнать вопросы, волнующие наших предпринимателей для принятия конкретных решений, конкретных мер. Уже первые встречи показывают, что вопросы абсолютно разные. Это и взаимодействие с местными исполкомами, и решение земельных вопросов. Больше всего вопросов, конечно, о возможностях финансовой поддержки предпринимателей. Предпринимательский сектор Гродненской области традиционно является одним из ведущих партнеров Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Мы очень активно работаем в части инвестиционной поддержки, финансируем проекты малого бизнеса. Это достаточно интересные проекты, это интересные идеи, это реализация на экспорт, это импортозамещение, это создание сложных инновационных решений. И наша задача расширять сотрудничество не только по финансовой поддержке, но и в части иных форм сотрудничества, в частности, производственная кооперация. Сустрэча прайшла ў фармаце дыялогавай пляцоўкі, у якой прынялі ўдзел каля 30 прадпрымальнікаў вобласці. Ва ўсіх была магчымасць выказаць праблемныя пытанні, ўнесці прапановы па паляпшэнні мер і форм падтрымкі малога сярэдняга бізнесу Гродзеншчыны і краіны ў цэлым. Цікавасць да сустрэчы праявілі не толькі паспяховыя бізнесмены, але і тыя, хто пачынае ўласную справу. Пришли с вопросами по для начинающих фермеров, то есть выделение денежных средств на развитие крестьянских фермерских хозяйств, те, которые только начинают, потому что состоявшиеся фермерские хозяйства уже имеют свой фонд для развития, то есть да, но все равно пользуются, но тем не менее. А вот начинающие фермеры, им нужна финансовая поддержка. Гродзенщина стала першой у гэтым годзе в областью, где прайшла дыялоговая пляцоўка с бизнесом. Далей такие тематычные сустрэчы правядуць ва ўсіх регионах краіны и у столицы.